Экспозиция «Художественная коллекция Сарова» открыла новый выставочный сезон. Летом на фасаде парка имени Зернова жители города могли наблюдать репродукции картин. Теперь на всех этажах художественной галереи с ними можно познакомиться в оригинале, внимательнее рассмотреть детали и техники, с помощью которых создавались полотна. У меня за спиной тоже работы из этого уличного вернисажа. В детской программе, которая у нас на втором этаже проходит, там тоже участвуют эти работы. Просто эта выставка выплеснулась за счет своих размеров за пределы одного зала. Она находится во всей галерее. На торжественном открытии сезона заведующая художественной галереей рассказала об авторах и фактах из истории создания картин, после чего гости смогли ближе рассмотреть каждую работу. Знакомство с полотнами вызвало целую палитру эмоций и ассоциаций. Больше всех мне понравилась работа вот этой зеленой собачкой. Чудесная. Вот она настолько атмосферная для меня, настолько, мне кажется, не знаю, вроде бы она и проста техничная, технически, но она настолько вот настроенческая. Вот, ну, вообще все работы замечательные, но около этой вот даже я сфотографировалась. Сотрудники галереи дали старт фестивалю «Нижегородский кинограф». Саровчанам покажут 4 кинокартины, в создании которых приняли участие уроженцы Нижегородской области, либо люди, жизнь которых тесно связана с нашей губернией. После официальной части гости вечера отправились смотреть первый фильм «26 дней из жизни Федора Достоевского». Роль писателя в нем сыграл заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Солоницын, который родился в Богородске. Осенью зрителей в художественной галерее ждет традиционный арт-лекторий в кино, а также премьерный показ фильма Сергея Ливнева «Ван Гоги». Он не посвящен художникам. Я не буду раскрывать секрет, почему режиссер этого фильма Сергей Ливнев назвал свой фильм так. Это будет известно в титрах в конце фильма. Это невеселое развлекательное кино. Мы приглашаем с вами смотреть настоящее, хорошее отечественное кино. Всех посетителей художественной галереи в середине сентября ждет еще одна экспозиция из московской частной коллекции художника-иллюстратора Юрия Васнецова. На выставке «Вкус, знакомый с детства», старшее поколение без труда узнает на картинках героев из детских сказок: царевну-лягушку, трех медведей, лисицу и зайца. Дарья Козина, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».